В городе Абаи Карагандинской области работает горячая линия для горожан, которые мерзнут в своих квартирах. Напомню, жалобы на качество отопления стали поступать с наступлением морозов. В некоторых домах температура опустилась до 15 градусов, при этом в квартирах горячие батареи. В Абае создали специальную комиссию, которая выясняет причины тепловой аномалии. По данным акимата города, специалисты выезжали по 40 адресам. По мнению коммунальщиков, на качество теплоснабжения повлияли резкое похолодание, проблемы во внутридомовых системах и теплопотери. Источник тепла в Абае – Топарская ГРЭС. Специалисты заявили, что температура подается по утвержденному графику и на насосных станциях соответствует параметрам. Отмечу, что трубопроводы и три насосные станции, которые обеспечивают теплоснабжение города, изношены практически на 90%. На модернизацию всей системы требуется около 20 миллиардов тенге. Температура в квартире держится 15-17 градусов. Включаем обогреватели, греемся. Приезжала комиссия, но причину так и не выяснили и не выявили. Мы теряем тепла до абайского насосного, от насосной до домов опять градусов 5-6. Состояние, конечно, трубопровода износ сейчас 80% у нас в Абае. В основном все дома 60-х годов. Панельные. В домах радиаторы, батареи горячие, но уже стены все холодные из-за того, что вот несколько дней был мороз с ветром. Она прогреется через день-два, вот прогреется и будет тепло.